Совместная работа депутатов разных уровней в Самаре – устоявшаяся практика. Сегодня взаимодействие приобрело новый формат. С этой осени в городе регулярно проходят встречи депутатов районных советов и Государственной думы. Инициатива принадлежит представительной власти города. Местные депутаты не упускают возможности вступить в диалог с федеральными коллегами. Заместителю председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Леониду Симоновскому задают десятки вопросов. Парламентарий дает подробные разъяснения. Чтобы город и регион развивались, власти всех уровней должны прийти к единому пониманию ситуации. Главное, что депутаты понимали, как идет формирование бюджета. Причем не обязательно формирование бюджета для своего муниципального образования. Вообще, как это идет в стране, какие трудности, что надо сделать. Будем делать все для того, чтобы каждый житель Самарской области почувствовал, что он может жить чуть-чуть лучше, чем жил раньше. Для этого это наша задача. Мы готовы для людей делать это, работать для людей. И я думаю, будем делать все, чтобы это осуществлялось. Согласованность в действиях позволит найти решение самых сложных проблем. Диалог только выстраивается, но депутаты не сомневаются в эффективности совместной работы. Сегодняшняя встреча очень важна для нас. Мы встречаемся с депутатами города Самары. Мы благодарим их за то, что пригласили на эту встречу. И абсолютно уверены в том, что будет построена правильная система взаимоотношений. Вопросы, с которыми мы сталкиваемся в своей работе, относятся к компетенции разных уровней власти. И от того, насколько согласованы наши действия, насколько отлажена взаимосвязь, зависит оперативность их решения. Только работая сообща, с чувством локтя, с помощью прямого диалога друг с другом, нам удается реализовать то, чего от нас ждут люди. Взаимодействие в новом формате станет традиционным. Уже на этой неделе федеральные парламентарии принимают участие сразу в нескольких встречах, организованных городской думой. Марианна Мирная, Максим Гусев. События.